Объект культурного наследия федерального значения «Ленинский мемориал» ремонтируют с 2019 года. Начали с фасадов и обновления гранитных платформ возле, а также укрепления балконов. В 2021 году заменили все инженерные сети. После сняли старый слой штукатурки и напольное покрытие. Сейчас модернизация отдельных частей комплекса близится к завершению. Об этом подрядчик сообщил главе региона. Ранее Алексей Русских поручил изменить срок сдачи большого концертного зала. Его модернизацию должны были закончить не раньше 2026 года. Демонтировано полностью все оборудование. В этом году будет выполнены работы по части заливки и установки осветительного оборудования, которое будет отреставрировано тоже в этом году. Губернатор Алексей Русских вместе с депутатом Госдумы Михаилом Андреевым лично проверили ход работ в центральном блоке. После делегация прошла по другим залам Ленинского мемориала. Осмотр начали с музейной части. Здесь реконструкция идет полным ходом. При этом богатство экспозиционных залов, мозаики и барельефы, прославляющие революцию, обещают не трогать. Работы выполняются сейчас по замене полов инженерной части музейного комплекса и подготовке к музейной экспозиции. Параллельно идет ремонт общественно-политического центра и башни. Здесь, со слов подрядчика, работы завершены на 90%. На данном этапе строители укладывают напольную плитку, завершают отделку стен. Закончить масштабную многолетнюю реконструкцию намерены к 2025 году. Александра Никитина и Сергей Кудаков, Управда ТВ.